Привет, друзья! Ставьте на паузу и подписывайтесь на мой канал, я буду вам очень благодарна. Более 30 лет на сцене скончалась известная певица. Ушла из жизни 90-летняя украинская певица Даниила Бойко в пятницу 26 апреля во Львове. Женщина была широко известна в 50-70-х годах как участница музыкального трио «Сестры Бойко». Даниила Бойко родилась 20 августа 1929 года в селе Яблоница. После окончания средней школы поступила в Львовское музыкальное педагогическое училище. В это время вместе с сестрами Марией и Ниной образовала знаменитое трио «Сестер Бойко». С 1953 года работала вокалисткой Львовской филармонии. В составе трио много давала концертов. Основу репертуара трио «Сестры Бойко» составляли лемковские песни и произведения известных украинских композиторов, в частности, Станислава Людкевича, Ярослава Ярославенко, Богдана Дремалика и других. «Сестры Бойко» были популярны на протяжении 30 лет. Они гастролировали в Чехословакии, Германии, Бельгии, Канаде и США. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей.